Самый крупный теплоисточник. В Новоульяновске заработала новая современная городская котельная. Весной 2019 года глава региона поручил рассмотреть возможность модернизации существующей системы теплоснабжения, которая на тот момент функционировала лишь на 60%. Сегодня же в городе построены новые теплоисточники, которые полностью обеспечат теплом социальные объекты и жилой фонд Новоульяновска. Губернатором принято решение было о финансировании программы по модернизации и энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса. И мы вложили в Новоульяновск практически 140 миллионов рублей, построив два новых теплоисточника и обеспечив всех жителей теплом. Губернатор лично осмотрел модернизированную теплосеть. И буквально, вот, наверное, недели две назад мы уже стабилизировали все параметры полностью, отработав и гидрокомпенсаторы, и камеры все модернизировав, которые вот в Брестке делают магистральных и квартальных сетей. И прикинули так, вот ближайшие два сезона она полностью окупается. Помимо того, что установлены самые мощные теплоисточники, они же работают в полном автоматическом режиме. Схема теплоподачи разработана таким образом, что в случае внештатной ситуации на котельной все потребители будут получать тепло по резервной схеме от второго теплоисточника. Антон Никонов, Артем Куранов. Новости Улправда ТВ.